написала это АСМР с парфюмами, что я так даже не в курсе, что делать-то. Короче, это у меня и броши Асмантус. Я не буду нюхать, а то их тут нафига. Вот у меня тут целая корзиночка. А это у меня... Да, я не буду говорить, что от кого, потому что, честно, я не помню большинство того, что от кого. Даже мне кажется, не все помню, какие чисто от меня, от самой. Хотя вот этот я точно сама покупала, это и броши Асмантус. Лимитка на турели, я не знаю, и броши сейчас выпускают на турели или нет. Это чайное дерево, гринти, зеленый чай. От Элизабет Артон. Я помню, от кого это, но если... А, от Ленки Снегирёвой, хрен с ним. Раз уж помню. В общем, если я вдруг вспомню, от кого, то я буду говорить. А если не вспомню, то не обессудьте. Можете мне просто в комменты написать, от кого это. Вот этот аромат я... Это один из первых. Карамельное яблоко. Ну как бы лимитки, они даже снятостью можно не назвать. Просто лимитка, она вышла и закончилась. Но лимитка, это карамельное яблоко. У меня еще была от нее же карамельная груша. Я вообще что-то забыла про нее. Сейчас-то самое то. Оно немножко отдает дюшесом. Хоть и карамельная груша. Это кто-то из вас дарил? Свой эликсир. Я помню, мне из всех эликсиров раньше дали.
Еще дольше эти вообще.
Очки какие.